Уже после кастинга, естественно, будут выявлены более глубокие индивидуальные особенности. Их написано под каждого меню. С одним лишь условием, думаю, что продукты будут одинаковые более-менее для всех, чтобы было честно. Ну, естественно, будет различаться их вес продуктов, время приема и так далее. То есть под режим будет выстроено, под показания, противопоказания и обеспечено индивидуальное наблюдение. Ну, то есть как это делается в проекте «Стоп жир», то есть человек будет отчитываться ежедневно, два раза в день по состоянию здоровья и по выбранному меню, потому что вариантов будет несколько всегда. Вот. Соответственно, каждый день наблюдаясь, участники будут получать от меня рекомендации для того, чтобы прогрессировать дальше. В принципе, вот это основа работы, которая является основой проекта «Стоп жир». Ежедневное, индивидуальное, рациональное, безопасное питание.